Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский накануне Дня строителя традиционно посетил российское производственное объединение «Албис», чтобы поздравить с праздником сотрудников предприятия. Более 25 лет компания производит отделочные материалы для зданий и сооружений. Уникальное производство «Албис» за это время, это почти 30 лет на рынке, это стало, с одной стороны, брендом, который известен далеко за пределами Ленинского района, округа, за пределами Московской области они работают. И в этом смысле это повод для гордости. На предприятии трудится более 1100 человек. В своей профессиональной деятельности компания напрямую связана с возведением объектов и по праву считает День строителя профессиональным праздником. Мы работаем с архитекторами, мы работаем с компаниями-подрядчиками, мы пытаемся заложить нашу продукцию на объекты и успешно ее реализовать так, чтобы наш клиент остался доволен. А наша компания, компания «Албис», занимается производством изделий из листового металла. Это подвесные потолки, фасады, стеновые панели, колонны, фальшполы. В общем, большой спектр продукции. Мы прямое отношение имеем к строительству. Может быть, мы сами не строим, но максимально помогаем строителям выполнять свою миссию. Также собравшихся поздравил председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко. Он отметил большой вклад «Албиса» в развитие округа. Я от всей души хочу пожелать от имени Совета депутатов Ленинского городского округа новых проектов, новых идей, каких-то творческих, интересных задач, выполнимых задач для всего коллектива. Ну и, конечно, всем нам мирного неба над головой. И с праздником! В числе заметных проектов, где использовалась продукция компании, 38 станций недавно открывшейся большой кольцевой линии московского метро, аэропорты в Геленджике и Южно-Сахалинске, Ледовый дворец в Омске. Лучшие сотрудники во время мероприятия были отмечены наградами и почетными грамотами. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.